Суд Евросоюза в Люксембурге отменил санкции против Сергея Клюева. Защита обжаловала прошлогоднее решение Совета ЕС о продлении экономических ограничений против украинского депутата-беглеца. Судьи встали на сторону Клюева, поскольку, по их мнению, Совет Евросоюза не проверил, насколько обоснованы обвинения в его адрес. У Совета ЕС есть 2 месяца, чтобы обжаловать это решение. До тех пор санкции будут оставаться в силе. Напомню, в марте 2014-го Евросоюз заморозил активы бывших украинских чиновников за злоупотребление государственными средствами и продлевал эти санкции каждый год.